Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 сентября. У меня созрели перцы в открытом грунте. Я сейчас их буду вытряхивать с них семена. И понемножку, коротко-коротко буду рассказывать о каждом сорте. Вот сегодня главный герой вот этого видеоролика – это перец медаль. Такие красивые, красные, блестящие. Все они созрели у меня в открытом грунте. Я показывала вам, какие кусты. Вот пачка от этого перца. Вырастает точно такой же, как на пачке, красный такой, кончик у некоторых тупой, у некоторых чуть острый, это все с одного куста, но вот такие бывают нюансы у них, что окончания разные. Сейчас прочитаю, что о нем написано. Раннеспелый сорт предназначен для выращивания в пленочных и остекленных теплицах. Но я, как еще раз вам напоминаю, что я вырастила его нынче в открытом грунте, хотела попробовать, вызрел. Растение компактное, иногда полураскидистое, плод крупный, широкопризмовидный, с волнистой поверхностью и средней ребристостью. Все. Потом, что тут у них? Так. Ну, дальше, как выращивать. Толщина стенки 3-4 мм. Короче, если вот так общее, это не очень толстостенный сорт, как вы видите. Он не очень крупноплодный, но он возьмет тем, что рано вызреет и может поспеть в открытом грунте, до биологической зрелости может вызреть. Идеален для фарширования. Видите, какая у него форма? Если у других, например, вот у меня тут желтый слон, он всякой изогнутый, корявый, потом есть еще какое-то вот воловье ухо, оно вот так вот сплющенное, видите, так широко, а так вот оно приплюснуто, его фаршировать сложнее, то вот этот идеальный для всех видов переработки, ярко-красный цвет позволяет делать красивое лечо, различные всякие там другие заготовки, фаршировать, замораживать, хорошо вставляются друг в друга, у него идеальная форма, они все почти одинаковые, вот это перец медаль, все. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Сейчас обзоры будут очень-очень краткие, потому что некогда, убираю урожай. До свидания.